Я приветствую всех на страничках моего видеоблога из России в Америку RussiaToUSA.ru. Сегодня воскресенье, и мы едем на футбольную игру. Так называют американцы American Football. На самом деле это больше похоже на регби. В России, по крайней мере, так называют. Игра начнется в час дня. Сейчас 10:30 утра. Мы едем на встречу всех друзей, будем общаться. Есть чили. Чили — это такой что-то похоже на бобовый суп, наверное, да? Обычно его нужно было заранее приготовить, но так как мы вчера были допоздна заняты и не успели это сделать, поэтому мы заехали в Вендис, купили чили и, в общем, переложим в миску и скажем, что приготовили. Очень хорошо, конечно, но что делать? Или поехать на трамвай, ну и как на трамвай, на поезде, наверное, называется Light Railway. И на станции East-West Woodbar. Train approaching. Please stand clear of the platform edge. Проводит карточка и билетики у нас. Подходим немножко поближе к стадиону, в котором будет проходить футбольная игра. Называется он Bank of America Stadium. Этот, вот видите, логотип Пантеры. Это логотип местной футбольной команды Panthers. Очень популярный. Все просто в нее тащатся. Вот смотрите, народ разодетый в местные цвета футбольной команды. Это голубой, черный и белый. На улицах продают дополнительные билеты на футбол. Билет стоит порядка 70-80 долларов. Ну, если переведете в рубли, то получится приличная сумма. Так что можете представить, сколько миллионов долларов делает команда только за одну игру футбольную. А здесь перед входом как раз продают фирменные футболочки пантеровские. Можно посмотреть, вот Carolina Panthers. Вот, магазинчик, пожалуйста, вам кепочки. Можно приодеться и спокойно идти, полноправный болельщик в Пантеры. Я никогда не видела столько народу на улице в жару. Такое ощущение, что все просто вышли в воскресенье и пошли гулять по улице. Смотрите, сколько милиции, да, стоит, охраны, секьюрити. Поражена количеством людей, которые одеты в черные, белые и голубые цвета. Вот, смотрите, вон там вот летит самолет и делать рекламу страховой компании Гайко. Да, круто, сколько они денег бухали в эту рекламу. Но работает. Вот следующий летит. Budweiser. Это местное пиво. Но на самом деле такая реклама работает. Сколько миллионов людей может увидеть эту рекламу? Центральный вход, стадион. Стадион Bank of America Stadium. Посмотрите, здесь перед входом стоит пантера, разряженная уже в рождественские колокольчики. Вы теперь, наверное, понимаете, каких масштабов будет игра. Еще 3 часа до игры, народ уже начинает собираться. Вот мы сейчас идем на парковку, где наши друзья ждут нас, чтобы потусоваться перед игрой. Смотрите, сколько машины пожарные, security, машины скорой помощи, полиции. Ну, то есть вообще все серьезно. На самом деле не знаю, сколько тысяч человек будет на этой игре. Игра небольшая, игра будет с командой из Флориды. Вот, так что, нет, теперь вы понимаете, что футбол — это главный спорт в Америке. Да, это вот наши компании, наши друзья, как я обещала. Они купили пожарную машину. Вот, и здесь, в общем-то, тусуется. Здесь вот, пожалуйста, различная еда. Вот мы принесли с собой чили. Ребята пробуют чили. И рассказывают, о чем же они думают, какое чили все-таки лучше. Настя приготовила свое чили вот в красоте. Вот, ну мы, конечно, блин, вот наше чили там вот далеко. Наш русский друг Джейсон решил купить пожарный трак для телегейт. So why did you decide? How did you come up with this idea to buy a truck like this? Yeah, it was out of necessity. When we first started tailgating, everyone would bring a
ton of coolers and a ton of Pyrex dishes when we hosted the tailgate. And we would end up with it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, trying to give it back to everybody. It's like, you know what, we're going to put it into this. We're going to get a vehicle. We're going to compile everything. Everybody just come up and have a good time. Yeah, and I think it's an awesome idea. So you have beer, beer, music, you got a TV, safety pole, just in case someone loses their stability. We want to make sure that you're stable. It's a good time. It's a labor of love. So y'all day is by yourself? Right? Yeah. Every year we get a little new twist, a little something. Gotta boost and bear? Yeah. Gotta boost and bear. Конкурс очень популярный на юге. Играют два человека, либо две команды. Нужно попасть в отверстие, в этой вот коробочке. Видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк на YouTube вот там вот внизу. Подписывайтесь на мой YouTube канал и следуйте за мной на видеоблоге, а также на моем блоге russian2usa.ru. Всем пока!